столице зафиксировали инфицирование SARS-CoV-2 у женщины в положении. Заболевшую срочно доставили в больницу. Заражение коронавирусом выявили у 31-летней Татьяны Макогон. Она находится на 23-й неделе беременности. У будущей матери возникли осложнения. Сейчас лечением пациентки занимаются врачи инфекционной клиники. Состояние женщины медики оценили как среднетяжелое, сообщил телеграм-канал 112. Главврач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что сейчас на лечении находится 380 человек. У 104 из них тест показал положительный результат. Пневмонию зафиксировали у 147 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии прибывают 10 инфицированных. За сутки из инфекционной больницы выписали 54 пациентов. С 1 марта их количество достигло 367. Еще 5 пациентов вылечились от коронавируса в столице и были выписаны домой. Об этом заявила замэра Москвы Анастасия Ракова. За последние сутки на выписку из коммунарки направлены еще 5 человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны, указала она. Все выписавшиеся должны оставаться под наблюдением. Они получили соответствующие рекомендации. Всего в Москве от коронавируса вылечились 14 человек, сообщил городской департамент здравоохранения. По последним данным, в России заразились коронавирусом 495 человек. Большая часть случаев, 290, зафиксированы в Москве. Столичные власти разрешили тем, у кого коронавирус проявляется в легкой форме, лечиться дома. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку малоисследованной коронавирусной инфекции пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, в мире заразились более 423 тысяч человек. Более 16 тысяч умерли. Сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается во многих странах. Во Франции коронавирусом заразилась звезда шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина. Лена Ленина, которая живет в этой стране, победила болезнь с помощью особого напитка. Российская фигуристка Марина Анисина уверена, что ситуация с инфекцией не такая сложная, как кажется. Олимпийская чемпионка пожаловалась на вынужденную самоизоляцию во Франции и заявила о специально раздутой панике.